Вот, дорогие друзья, секунду. Вот, дорогие друзья, утро началось. Мы с Тимуром Таймуратовичем вышли на балкон лишь потому, что приехали мои родители. Видите, формат общения теперь вот такой. Родители приезжают, а ты открываешь балкон и кричишь им о том, что ты их... Я вас люблю! Больше никакого общения нам не разрешено по законодательству. Но хоть так. Не переживай, сейчас оденемся. Папа вот переживает, что мы простынем. Коронавирус по всему миру. Ап-ап. Пык. Приготовил яичницу. Скоро выложу видео, как я это готовил. Я понимаю, что это может быть никому не интересно, но мне заняться нечем на карантине, поэтому вам придется это посмотреть. Тимур! Завтрак готов! Иди есть. Тимурасыч, как тебе? Это очень вкусно. Да, давай еще разок по поводу «это вкусно, полезно», а то мне мама позвонила. На самом деле это очень вкусно. И правильно, что с утра надо съесть плотно белки, жиры, немного сложных углеводов. А самое главное, что на карантине можно позволить себе чуть больше, чем в обычный день. Приятного аппетита. Что-то там шумят в соседней комнате, на кухне. Не понимаю. Сейчас посмотрим, вступили ли изменения в силу у Филиппа. Ребят, мне кажется, что с Филиппом происходит все-таки что-то. Он постоянно готовит еду. Этот человек постоянно стоит у плиты и... Красиво свет падает. И готовит еду, ребят. Это одно из хороших изменений карантинных. Поэтому, собственно, на карантине приятно посидеть. У человека вот такие изменения. У меня пока не наступили, но я надеюсь, что-то я тоже... В общем, Тимур Таймуразович решил сесть на шпагат. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Я смогу. Буквально пару сантиметров. Нет, не смеяться. Дорогие друзья, это, кстати, не реклама Apple. Всем, кому интересно будет посмотреть видео, как я готовил сегодняшний завтрак, вам придется немножко подождать, потому что я очень ленивый и не способен освоить технические возможности программы, которая что-то там нарезает, ускоряет, еще что-то. Поэтому я отдал на аутсорс своему другу этот видос. Прекрасный актер Алексей Веселкин сделает это за меня. Так что от меня больше ничего не зависит. Когда он сделает, тогда и посмотрите. В общем, дорогие друзья, есть такая идея. Делать ежевечерний выпуск новостей каких-то дурацких от нас с Тимуром Таймуратовичем. Пока еще непонятно, мы не определились с форматом, будут ли это новости или еще что-то. Однако нам очень нужна ваша помощь, поскольку бесконечно креативить какие-то смешные идеи даже этот смешной человек не может. Нам очень нужны ваши смешные истории. Если они выдуманные, невыдуманные, главное смешные, присылайте в директ либо Тимуру Таймуратовичу, либо мне. Самые смешные мы опубликуем, зачитаем и отметим тех, кто нам их прислал. Так что давайте поработаем вместе, это будет прикольно. Дорогие друзья, уж не знаю, это по просьбе ли Тимура Таймуратовича и моей по поводу... Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо большое. У меня влиятельные друзья. Мои влиятельные Короче, друзья. Мне дали галочку. Официально я теперь Филипп Бледный с синей галочкой. Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие. Кто подписывается, кто нас смотрит, продолжайте смотреть и подписываться, потому что ближайшие 2 недели нам абсолютно нечем заняться, кроме того, как развлекать вас. Пойдем отметим. У нас есть бутылка шампанского.